За этот год в Одинцовском округе отремонтируют 23 тысячи квадратных метров асфальта. Каждая яма оцифрована и учтена. За минувшую неделю у нас 115 ям зарегистрировано, 87 ям устранено. Ну, сейчас работает, продолжается в таком, будем говорить, так, текущем режиме. С мая по июль снизилось количество обращений жителей по ямочному ремонту на портале «Добродел». За прошедший месяц их поступило только 9. Ремонт автомобильных дорог обсудили отдельно. У нас уже примерно даже больше половины по существу объектов завершено ремонтом. Значит, у нас было 10 объектов запланировано на 63 тысячи квадратных метров. Значит, на сегодня 6 уже объектов завершены, примерно 32 тысячи квадратных метров. И, значит, протяженностью более 5 километров. Сейчас в округе ремонтируют 4 участка дорог. Некоторые сложности возникли только при ремонте коммунального проезда. С этим подрядчиком наш округ сотрудничает впервые. Рабочие сняли старое дорожное покрытие и установили бордюр. На этом работы остановились. Андрей Иванов отметил, что ситуацию необходимо взять на особый контроль. Попробуем разобраться с проблемами и помочь их решить. Если это неприемлемо и не получается, тогда уже будем расторгаться, претензионная работа и все по списку. Завершить ремонтные работы по автомобильным дорогам в округе планируют до 1 сентября. Екатерина Крамер, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцово».